Сегодня мужчины не взяли удочки, да и на озеро пришли не ловить рыбу, а наоборот, спасти от замора. Для этого делают лунки во льду. Чтобы кислород пустить туда, чтобы они жили, не сдохли. Вот. Мы спасаем рыб, короче, мальков, рыб, чтобы в дальнейшем все побольше было, это рыбный запас. Акция у нас «Спасем рыбу», ну, чтобы ресурсы наши биологические были в целости и сохранности. К концу зимы подо льдом кислорода становится значительно меньше, из-за чего не растут водоросли, а рыба попросту задыхается. Поэтому ежегодно в феврале охотники, сотрудники МЧС и экологи выходят на водоемы, чтобы проделать лунки. Закамское территориальное управление проводило исследование, они брали пробы на содержание кислорода в воде, и кислород идет на снижение. Поэтому мы вот проводим такую акцию, и ежегодно к нам подключались химики с водозабора, администрация города с водозабора подавали воду через трубу, и аэрация производилась так намного эффективнее и лучше. Порядка 200 лунок рыбаки пробурили на озере Каракуль. В дальнейшем их сделают и на других водоемах Нижнекамского района. После того, как лунки пробурены, рыбаки нарывают камыш и вставляют его в лунки. Делается это для того, чтобы она дольше не замерзала, и с помощью камыша внутрь в воду будет поступать лучший кислород. Светлана Шумкова, Илья Челноков. Новости НТР.